Moi kaikki, mä oon Igor, mä osaan suomea sekä venäjää. Venäjän kielestä on ollut mulle hyötyä tosi paljon mun elämässä, mutta täällä uskon vain mun sanani. Ja näin ollaan Pietarissa, ja täällä me kysytään venäläisiltä nuorilta, miksi heidän mielestään suomalaisten kannattaa opiskella venäjää. Mennään! Ну, русский язык, он богат очень своими оборотами, и почему бы и нет побывать в такой прекрасной стране и выучить такой прекрасный язык? Я считаю, что русский язык – это очень богатый и древний язык, который, бесспорно, следует изучить. Ну, я думаю, что чтобы они сюда приезжали, смотрели, как у нас здесь живется, и, в принципе, я думаю, им интересно будет это. Все, я придумала. Все. Потому что мы живем рядом, мы должны знать языки друг друга. Поэтому я буду учить финский. Потому что у нас многонациональная страна, поэтому всем необходимо изучать все языки мира, чтобы общаться с русскими людьми. Извините, можно вопрос на камеру? Почему финнам стоит учить русский язык? Потому что рядом Санкт-Петербург. Петерс, кайкило, айна, киир. Так, потому что они ездят в Санкт-Петербург, в Россию отдыхать. Ну, саморазвитие. Все, спасибо. Нет, все хорошо. Товара, сломиста. Потому что мы близко находимся к Финляндии, и может быть сотрудничество. У нас страна граничит с Финляндией, из-за этого очень много иммигрантов, туристов. Да и так, хороший язык. Более разговорный, сейчас Россия вроде раскручивается, поэтому я считаю, его скоро станет как английский. На нем все будут говорить свободно, хоть он и сложный. Чтобы приезжать, чтобы работать в России. А, это камера, здравствуйте. Ну, как минимум для общего развития, так как мы напрямую контактируем с Финляндией, как и Финляндия с нами. Финны – хороший народ, это раз. Многие ребята из Финляндии ездят в Россию учиться. А кто-то из России в Финляндии учится. Обоим нужно учить язык, где они проживают. Он муутте суомалайста кивеа туа. Надо. Ну, потому что связей много. Язык сложный, но возможный. Встретите классных людишек. Россия крутая. Учите русский. Siinä kuulitte suoraan venäläisiltä, miksi kannattaa opiskella venäjää. Tartu tilaisuuteen, ei muuta kuin до свидания.